Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Вас всех приветствую, меня зовут Арсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Девочки, мальчики, я все читаю. Меня очень просили посмотреть девочки тем, кому 50+. С кем закончится их одиночество. Потому что, говорит, расклады, да, общие у меня, и в основном смотрят те, ну, средний возраст, 30-40 лет. Говорит, а нам вот 50, да, и непонятно, с кем у нас закончится одиночество. Поэтому мне не жалко, давайте посмотрим. Сегодня золотой универсальный тар, очень красивая будет у нас в работе, да, если видите, оно так бликует золотом. Давайте посмотрим, с кем закончится ваше одиночество. Тем, кому от 50 и выше. Расклад будет тоже на одну позицию, он будет общий. Поэтому, если ситуация ваша, сигнификация совпадает, значит, смотрите дальше. Если вы понимаете, что сигнификация не ваша и вообще не ваш расклад, соответственно, да, тогда выключаете, ну, не в ваш ментал попали. Потому что общий расклад, он примерно собирает, ну, 80%, да, той информации, вот сам наиболее вероятный исход событий у 80% смотрящих. Вот, поэтому имейте в виду, что может проиграться не 100%. Ну, давайте посмотрим, кто вы на данный момент. Каких вы энергиях. Ой, а вы у меня императрица. Ну, понятно, что да, императрица, вы своей империи, у вас есть своя империя, вы ей обладаете, да. Это женщина с чувством собственного достоинства. Здесь и дети, и внуки у императрицы, да, у нее уже есть опыт, она, и, скорее всего, была уже и в браке. Вот. Женщина самодостаточная на данный момент, да, то есть вы императрица. Есть, я говорю, опять-таки, повторяюсь, да, есть своя империя, которую вы руководите, да, но им, если император, он именно силой, властью берет, то императрица, она может где-то умом, да, хитростью, мудростью какой-то. Здесь вот женщина такая вот мудрая, да, императрица. Ну, что можно про императрицу сказать? Она не может быть, да, без опыта, потому что это уже даже не королева, не принцесса, да, а уже просто императрица. То есть вы такая вот самодостаточная, да, здесь, смотрите, у вас что-то новое начинается, может быть, новый этап в жизни вашей, да, туз пентаклей – это начало. Может быть, устраиваетесь на работу, может быть, это новый этап в вашей жизни. Девочки, прошу прощения, немножко приболела. Вот. Может быть, что-то у вас с работой, с финансами связано, да, может быть, какое-то дело вы хотите либо открыли, либо планируете пока, либо просто вообще, да, у вас какой-то новый этап в вашей жизни начался после периода семерки мечей. Что такое семерка мечей? Ну, если говорить грубо говоря, да, хитрости, измены, коварство, воровство. То есть в вашей жизни, да, были какие-то и измены, вы прошли это все на себе, да, и хитрости всякие, и воровство тоже может быть было, то есть вас обманывали, вот, вы, еще эта информация в вашем биополе есть, значит, да, вот вы эту ситуацию еще не отпустили. Есть какое-то общение у вас сейчас, вы здесь, я не вижу, чтобы вы были прям одна, чтобы вам было плохо здесь. Здесь вы решаете какие-то вопросы, может быть, бумажного характера, да, там, к примеру, на недвижимость. Может быть, решаете вопросы детские. Здесь какой-то вот просто мужчина, либо младше вас, либо это ваш ребенок здесь показывается. Вот что-то вы с ним решаете, даже вы здесь как-то можете ругаться. Ну, может быть, это, конечно, ваш партнер, да, который младше вас, и вы здесь что-то с ним выясняете, переписываетесь, ругаетесь. И именно, может быть, он здесь, да, как-то пытается манипулировать вами. Ну, либо это ваш какой-то ребенок, человек, который младше вас, с кем у вас идет сейчас вопрос. Вы, может, даже денежного характера вы тут решаете, да, что-то, к примеру, там, может, ребенок вас что-то просит, либо внуки просят, либо тут мужчина младше вас, который, да, как-то вот, может быть, на деньги вас, кстати говоря, здесь как-то проседание по финансам у вас было. Да, у вас была карта башни, то есть у вас, я говорю, здесь какое-то такое ощущение, что у вас и любовная сфера просела, и сфера любовная и денежная сфера просели. Какое-то проседание у вас было, либо один по одному фронт просел, либо прям оба, да, то есть здесь и именно как и работа, и любовная сфера.
Но я не вижу, что, понимаете, вы еще в этом сидели. Вы уже из этой ситуации выходите. Да, здесь у вас могли быть и судебные какие-то дела, вы могли судиться и с нотариусом тут переговариваться, какие-то решили. Здесь бумажное, что-то вот бумажное вы решали. Вот. С властями, законом. Либо просто вы решили, что... Я больше не хочу в этом вариться во всем, да, я хочу справедливости, я хочу, чтобы ко мне относились по справедливости. Вы вообще очень сильный, карта силы, да, вы человек сам по себе очень сильный. Здесь вас судьба хорошенечко потрепала. Я не могу сказать, что это женщина, да, вот вы стали императрицей не просто так, да, валяясь на диване там и ковыряя носу пальцем, нет. Здесь именно женщина, она свою империю и все, что она сейчас имеет, она создала сама, своим трудом. Каким-то своим упорством, да, вот ее тут как иву гнула-гнула жизнь, но не сломала, здесь именно такая, причем женщина достаточно очень справедливая на данный момент, не знаю, когда вы там в прошлом были, на данный момент вас показывают очень сильный духом и очень справедливый, вы даже можете, знаете, вот если к вам обратится какой-нибудь там ваш враг, сейчас попросит о помощи, вы, может быть, да, пофырчите, но какую-то помощь окажете, единственное, что да, если там вам, естественно, там, если вам делали порчи насмерть, естественно, вы этому человеку помогать не будете. Я имею в виду, что вот кому вы можете помочь, да, там, к примеру, там, когда человек вам делал больно, вы можете, ну, если это можно простить, да, вы сможете простить и сможете этому человеку помочь, прийти на помощь, если действительно человек там будет нуждаться. Вот, здесь такая какая-то ситуация. Но сейчас, я говорю, здесь либо детский какой-то, дети, внуки, что-то вы решаете, либо денежную. Здесь как-то вот деньги у вас. Есть некие переживания по поводу финансов. Опять-таки, может, вы какое-то новое дело здесь открыли. Либо вы тут собираетесь, к примеру, разводиться по этой карте, да, и думаете, как бы теперь обеспечить... финансовую стабильность, да, то есть у вас что-то идет, как какое-то обновление жизни, и есть некие переживания по этому поводу, а как будет дальше, а что будет дальше, то есть вот, но вы по этой карте, скорее всего, не показываете, да, во внешний мир, вас просто люди вас видят очень сильные, очень справедливые, вы можете где-то вечером там, пока никто не видит, поплакать, попереживать, замотаться там в подушку, в одеяло, да, там посидеть, ну, вы во внешний мир это не показываете, то есть люди этого не видят, они видят вас очень сильным, у вас даже, может быть, и нет такого человека, с которым вы вообще в принципе можете по этому поводу поговорить, да, то есть вы как-то вот на данный момент я не вижу, чтобы вы прям, знаете, вот, разговаривали с кем-то по этому поводу. Есть некие переживания, но они мне идут вот из потока, что вы как-то больше держите их в себе, знаете, вот не хотите распространяться, знаете, такая позиция у вас сейчас, ссоры за зубы не выношу, как-то вот так вот идет. Вот, поэтому здесь вот такая вот женщина у меня. Есть некая двойственность, есть некая проблема, на которую вы немножко еще вот боитесь как-то посмотреть, да, вот откладываете, может, глаза закрываете. Почему? Потому что есть переживания у вас, да, крутитесь, не можете как-то найти пока выход. И либо решаете, к примеру, если у кого-то по карте справедливость, там судебные дела, переживаете по поводу вот бумаг, да, как, какой будет результат, какой будет финал во всей этой истории по поводу денег, по поводу бумаг, да, вот такое вот у вас есть. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. Если сигнификация ваша, смотрим дальше. Если сигнификация не ваша, тогда, к сожалению, не ваш расклад. Давайте посмотрим, с кем закончится ваше одиночество. И закончится оно ли оно вообще. Может, у вас и не будет никого, да? Посмотрим, что покажут карты. С кем закончится ваше одиночество? С кем? С дьяволом, девочки. Закончится с дьяволом. Здесь вы будете сейчас в самое ближайшее время работать над тем, чтобы выйти из зависимой ситуации. По карте дьявола. Вы прям это прямо, знаете, карта работы, вы прям будете прилагать все усилия. И здесь карты говорят, что обращайтесь к высшим силам, у вас хорошо налажен контакт с высшими силами, и они вам будут помогать. Да, то есть они за вами наблюдают, они вам подсказывают. Слушайте свой внутренний мир, свой внутренний голос, свою интуицию, она ведет вас правильным путем. Здесь вы будете именно выходить из десятки мечей в самое ближайшее время. Либо вы уже работаете в этом
направлении, потому что вам было больно, вам сделали больно, нож в спину вы получили, как-то боялись, переживали, да, эту всю ситуацию, были зависимы от этой ситуации, от этих обстоятельств. Опять-таки, здесь может быть и деньги, и любовь, и здесь нет указаний именно про что, да, здесь просто было какое-то у вас болючее, очень болезненное состояние, и вы из него будете выходить. По карте звезда, не скажу, что прям это быстро будет, да, звезда все-таки такая на карта немножечко долгая, то есть не сегодня, не завтра, да, это, то есть вы здесь, ну, постепенно будете выходить из этой зависимой, из этого зависимого состояния. Также карта звезда, карты Иерофанта говорит о том, что вы здесь добьетесь желаемого, то есть, да, ваши надежды осуществятся. Причем, кстати говоря, у вас здесь налажен контакт с высшими силами, очень хороший, они вас слышат, они вам помогают. Так, с кем закончится ваше одиночество? Ну вот вы будете работать над этой ситуацией дальше. Что у нас тут? А дальше у вас здесь идет уход от одиночества. Да, вы выходите в какую-то стабильность, финансовую стабильность. Вы даже можете поехать куда-то отдохнуть, либо планировать отдых, может быть, дома, да. А вы будете как-то здесь, переоценка ценностей у вас пойдет. Вы здесь можете, я говорю, либо действительно куда-то поедете, к примеру, там, не знаю, в санаторий, за границу, если будут границы открыты. То есть как-то вот вы начнете работать. Вот, знаете, такое ощущение, что вот первый шаг самый тяжелый будет, а потом вот вы начнете работать, и у вас как-то сразу, знаете, так пазлы будут сходиться, потому что вот вы сразу идете от этой десяточки мечей, вы сразу уходите от одиночества, у вас планирование действий какое-то идет, вы решаете вопрос финансового характера, причем по карте девятка пентаклей в плюс себе, то есть, да, здесь неплохая перспектива. Вот эти вот обязанности, обязательства, вы их скидываете, да, вы где-то становитесь более как-то, может быть, холодной, более жесткой, да, но вам это, да, вам здесь надо. И дальше что у нас здесь идет? Здесь не сразу. Здесь, понимаете, как-то у вас говорят, что у вас появится мужчина только после того, как вы наладите свой какой-то финансовый вопрос, вы свой решите с обязанностями, обязательствами. Вот что-то такое, вот почему-то идет вот такая ситуация, потому что вы очень переживали, здесь даже какая-то ссора была, вот у вас опять эта башня идет, что-то с финансами здесь. А потом, когда вы все это решите, вопрос, здесь будет уже любовь, здесь будет уже отношения. Да, вот вы когда закончите, подведете все итоги здесь. Именно что-то вам надо, знаете, здесь как карты говорят, вам надо выйти из какой-то зависимой ситуации в плане денег или в плане финансов, да, вот что-то вам надо решить. Не знаю, девочки, расклад общий, да, то есть имейте в виду, здесь кому-то может наследство оформить, да, оформлять надо. Кому-то рабочий вопрос решить, кому-то там, не знаю, может кто-то у вас взял денег в долг и вам не отдал, либо вы уволились с работы, что-то какая-то ситуация связана с деньгами. И вот здесь карты говорят, что да, вот вы должны ее решить, вы ее, и эту вопрос вы решите. Но сперва вот, да, надо как-то вот решить этот вопрос, а потом уже появится мужчина. Да, у вас прям какая-то трансформация в жизни начнется по карте смерть, да, то есть, а потом придет любовь. Вот после того, как вы какой-то вот этот вопрос решите свой, вот который вас в зависимость какую-то кабалу вгонял, да, вот как только вы начнете действовать, заниматься этим вопросом, не откладывать его в дальний ящик, да, как-то вот очень мудро, не спеша, карта отшельника, карта умеренности, там не спеша как-то, да, маленькими шажочками, никто не говорит, что надо прям галопом по Европам, да, не спеша какими-то шажочками вы начнете действовать, решать этот вопрос, и, как знаете, как вот у вас все пазлы прям сойдутся, вы начнете действовать, и нужные люди придут какие-то, там, не знаю, подсказки какие-то, то есть вот понимаете, как вот пазл начнет складываться у вас, и вы эту проблему решите, причем решите с плюсом в себе, да, вот как-то плюс, то есть вам здесь не, вы не останетесь без денег, девятка кубков, ой, девятка пентаклей, вы выходите, да, в стабильность какую-то, вам будет хватать денег, вот, и у вас благодаря этой ситуации, там тому, что вы начнете действовать, у вас прям как-то жизнь поменяется, да, вы начнете, может быть, выходить в люди, у вас как-то мировоззрение поменяется, и придет любовь, а с кем здесь вот, и потом будет любовь, с кем здесь у вас будет любовь, что-то вот показывают, что будет любовь, а с кем, кто это будет, покажите, с
кем здесь любовь будет? С кем здесь любовь будет? Здесь может быть мужчина на расстоянии от вас, да, вы здесь будете делать выбор. Здесь, знаете что, здесь будет какой-то привет из прошлого, и вы будете думать, что с ним делать, с этим приветом из прошлого. Да, здесь именно как прошлое напомнит о себе. Здесь возврат прошлого будет какого-то, и вы здесь будете думать, что делать с этим прошлым. Возвращать этого человека в свою жизнь или не возвращать. Если вы, давайте посмотрим, если вы решите не возвращать. Потому что здесь однозначно идет привет из прошлого, возвращение блудного бодулай, как это, вы его знаете. Но здесь как-то карта говорит о том, что здесь, понимаете, вы будете стоять на выборе, этот мужчина вас, я бы сказала, что он здесь по таким картам, вы будете этим мужчиной недовольны. Потому что он будет как-то вас опять какие-то розовые очки вгонять. И вы здесь, ну, он как бы есть, но я не вижу, чтобы вы хотели с ним быть. Вы еще будете мешкаться. Почему? Потому что здесь прошлое, да. Я привыкла к этому человеку, я знаю все его плюсы и минусы как-то, свое говно, как говорится, да, ближе к телу. Вот, я извиняюсь за такое выражение, но просто вот здесь как-то, просто карты такие, вы не очень довольны будете. Да, вот он пришел как-то, ну, и вы будете думать, ну и зачем? Да, вот очень много переживаний опять по поводу этого бывшего будет. Давайте посмотрим, если вы все-таки не выберете бывшего, что дальше будет, да? Если вы не выберете, все, поставите точку, что здесь дальше будет? Что здесь у вас дальше будет? Дальше, 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 а дальше будет новый мужчина здесь. Да, вы только будете здесь, знаете, как-то теряться, вы не будете здесь знать, что делать, то ли доверять ему, то ли не доверять, а по факту для чего он идет? Ой, он по судьбе идет. Вот если вы откажетесь от своего старого, да, как-то вы немножечко посидите в разочарованиях, что-то вы знаете, будете как-то, ну вот ушел прошлый, да, вот вы как бы закрыли за ним дверь, а все равно некое сожаление, к примеру, да, вы прожили с человеком 20 лет. Вот вроде бы там, да, вот есть какое-то сожаление, ведь могли бы быть вместе, ведь могли бы дальше прожить. То есть здесь какое-то сожаление будет, какой-то период, вот вы, может быть, не будете чувствовать почву под ногами, да, то есть как-то вот вам будет казаться, что как-то нету перспектив, и я навсегда останусь одна, и здесь, говорит, нет, здесь прям, понимаете, вот карта страшного суда, здесь прям человек по судьбе идет вам, по судьбе мужчина идет. Для чего он идет? Для чего он идет? Для того, чтобы вывести вас из подвешенного состояния. Смотрите, идет для семьи десятка пентаклей. Для семьи это может быть семья действительно, ну, официальная. Может быть, просто вы с ним будете в долгих отношениях. У кого-то проиграется, что это все-таки будет прошлое, да, то есть вы как-то здесь ему скажете, что я как бы не хочу, меня это все не устраивает. Он уйдет, подумает и потом придет, да, как-то вот и примет ваши условия. Здесь такое может быть, да, что все-таки король мечей часто показывает бывшего. Либо просто это мужчина будет, ну, вот новый, да, но он идет как по судьбе вам, понимаете? Здесь он идет для каких-то отношений, для стабильных. Поэтому здесь, потому что какие-то вот здесь просто выбор, понимаете? Вот вы будете стоять на выборе, и вот одного мужчину вы как бы пошлете. Если это один и тот же человек, у кого-то, ну, у вас много, девочки, понимаете? Может, у кого-то проиграется что-то все равно. Вы его пошлете, он посидит, подумает и придет, примет ваши условия, да, как-то будет возрождать ваши отношения. Вот, потому что все-таки король мечей, да. Часто бывший будет. Ну, либо это будет, вот вы бывшего своего прошлете, закроете за бывшим дверь. Да, то есть вы, к примеру, понимаете, что я вот эту десятку мечей, которая, когда человек сделал больно, когда он меня предал, я не прощу это. Все, да, вот меня как бы, я больше не позволю, чтобы с меня там изменяли, чтобы меня там смешивали непонятно с чем, да. То есть вы 100% знаете, что вы не простите, да, вот этого бывшего, вы закроете за ним дверь, вы погрустите здесь. Но потом идет мужчина. Потом придет здесь мужчина, идет. Он может быть, знаете, где-то вот открытый, где-то закрытый, где-то вот по королю мечей, да, вот он может быть такой вот а-ля небольшой хамелеон, то есть где-то вот он властный будет, где-то вот открытый такой, ну, то есть он здесь как для любви идет, понимаете? Вы себя с ним тоже женщиной почувствуете. Понимаете, вот прям выйдете из этого зависимого состояния, как-то вот даже на мир по-другому посмотрите. Для стабильных, длительных отношений идет, по судьбе человек идет вам здесь.
Не так быстро, я не скажу, что быстро здесь. Есть такие карты, которые говорят, что вот, ну, не быстро. Давайте посмотрим на колесе года, когда этот человек придет, да? Когда? Когда этот человек придет? Вот этот, который по судьбе для семьи. Когда этот человек придет? Когда этот человек придет? Когда? Когда? Ну, здесь, понимаю, здесь такое, здесь время, здесь теплое время года. Здесь не зима. Здесь не зима, здесь может быть весна, осень, лето. Да, я здесь не вижу. Может быть, осень здесь, уже такая поздняя осень, да, здесь может быть. Либо это будет какое-то лето, здесь буйная растительность. Поэтому вот не вижу, чтобы это прямо было зимой, да. Либо поздняя осень какая-то, вот. Когда уже, ну, может, даже уже, знаете, вот как заморозок, уже на деревьях нету листьев. Либо вот летом, жаркое время года показывают. Поэтому здесь, смотрите, ну, там король, там рыцарь Пентакли, то есть не так сразу. Так сразу, там сразу показали, что это не быстрый процесс такой. И вы как-то знаете, он придет вам для помощи, вот эта колода говорит, и вы из королевы мечей превратитесь в королеву жезлов. То есть у вас прямо даже смена энергии такая придет. Ну да, здесь не так быстро. Он прям как для помощи какой-то идет. Ну и четверка жезлов тоже карта хорошая, да, карта стабильных отношений, любви, даже может предложение какое-то, ну, свадьба у кого-то даже будет здесь. Ну, как шанс, да, вот как туз пентакль, как шанс для вас идет. Поэтому не так быстро. Но, видимо, пока здесь, понимаете, здесь вот какая-то ситуация, вам сначала надо разобраться вот со своими финансами, со своими бумагами, либо документами, вот что-то такое тут у вас. И вы, когда этот вопрос решите, это что же... вопрос ни одного дня, да, вот вы пока это решите, пока там займетесь собой, потом там бывший какой-то ваш придет, и только потом вот этот вот новый. Поэтому где-то вот, ну, наверное, да, весна-лето уже будет к тому времени. Вот, вот такой вот получился расклад, девочки. Очень будет интересно послушать обратную связь, и когда этот человек возникнет в вашей жизни, тоже было бы классно послушать, какой он, да, для чего он и в какое время года он пришел. Вот, девочки, всех люблю, всех целую, до новых встреч!